Сорт яблоки Арива. Иммунный сорт, парше, очень старосен. Красивые, под двоем 9. Яблонька маленькая. Тоже нацеплялась сигналочек до десятка. Красивая, в том году пробовал, одно яблочко было вкусное. Яблоки не сильно крупные, грамм по 200. Красивые, уже можно их срывать на хранение. Конец сентября. Дереву третий год. Четвертый год должно уже быть побольше. Лето у нас сухоустойчиво было. Капельный полив хоть чуть спасает. У людей, кто не поливал, все пообсыпалось. Из-за нехватки влаги. Арива. Ого, крепко держится. Такие вот яблочки. Такие яблочки. Ну, размер хороший, в принципе. Как раз такое не сильно большое. Потому что сравнить с джумбопом, яблоко у меня упало последнее. Попом сравнить. Это Арива. Это джумбопом по весу. Но разница, конечно, есть по размеру. Такое яблоко здоровое, здоровое. Для сравнения. Так. Тоже хорошее яблоко для любителей, для промышленных садов. Он считается экологически чистым. Требует пару обработок от водожорки. И будут у вас вот такие красивые яблочки висеть. Держится крепко. То есть ветер ему не страшен. Крепко держится. Тоже в интернете я не нашел Аривы, чтобы кто-то снимал. Надо решил снять, показать. Люди посмотрели. То в сайтах пишут, фотография непонятна, Арива, то не Арива. Никто о нем толком ничего не знает. Яблоко вкусное, говорю, в том году одно пробовал, у меня завязалось. То мне оно понравилось. И вяжется оно ничего. Для сигналочек. Для сигналочек оно хорошо. То есть ни одно яблочко. В следующем году будет полное подношение. Буду снимать. Показывать. Кому интересно, посмотрят. Обзорщики. Такие яблочки прекрасно плодоносят. Сорт Арива.